Всем привет, добро пожаловать на канал спортивного питания. Тема сегодняшнего видео, что же лучше выбрать, омегу-3 или омегу-3,6,9? Данный вопрос в последнее время очень часто всплывает, собственно, поэтому этот ролик и снимается. В первую очередь, что вы должны сделать перед покупкой данного продукта, это проанализировать ваш рацион. Собственно, никто вам не скажет, что для вас лучше, чем вы сами. 6 и 9 омега у нас встречается очень часто. Допустим, это оливковое масло, орехи. Плюс такой еще нужный момент учитывать, то что омега-3 и 6 у нас не могут синтезироваться в организме, поэтому они должны поступать из них. Мы должны употреблять ту же рыбу, мы должны употреблять те же полезные масла различные, орешки, льняное масло и прочие источники омеги. А вот девятка, она может синтезироваться в организме самостоятельно из первых двух. По итогу, если вы видите, допустим, что у вас в рационе очень мало, допустим, полезных масел, вы заправки для салатов не делаете из оливкового масла, вы не жарите ничего на оливковом масле или же других каких-то маслах, масло из семян льна или же, допустим, просто не едите орехи вообще. Если, собственно, таких продуктов в питании вы в рационе не используете, для вас будет очень хороший вариант действительно омега 3,6,9, потому что шестерка и девятка у вас в дефиците, потому что вы не едите орехи различные, вы не используете там заправки для салатов, вы не жарите ничего, то есть у вас полезных масел в рационе вообще никаких нет, и собственно для вас эти источники все будут, скажем так, из омега 3,6,9. Собственно, чтобы подобрать хороший комплекс омеги 3,6,9, вам нужно для начала перевернуть состав и посмотреть, из чего она делается. Допустим, а большая часть на рынке это омега 3,6,9 и из масла семян льна. Это как бы хороший источник, но в идеале, когда у вас будут действительно разные источники. В данном случае у нас будут омеги из масла семян льна, у нас огуречник, ну и собственно омега 3 из рыбьего жира. Есть бренды, которые, скажем так, еще больше источников, там может быть не просто рыбий жир, скажем так, а источники масла лосося, масла из анчоусов, разные источники рыбы, разные источники из растительных, то есть вот такая связка, это будет, скажем так, идеальная, сбалансированная. Собственно, вторая ситуация, кому нужна омега-3 уже подойдет, это те ребята, которые, скажем так, получают 6,9 и в рационе, допустим, там много, скажем так, источников, там и авокадо кушают, много источников омег различных у них, но рыбы, допустим, так не сильно много, допустим, красные особенно, то есть у них омега-3, они видят, что хромает, скажем так, то вы берете, конечно же, уже омегу-3, потому что смысла вам 6,9 брать нет, потому что у вас есть это все в обычном питании и более чем в достаточном количестве зачастую. А, собственно, омеги-3 дефицит за счет того, что действительно морских источников нет, ту же рыбу не часто используете, поэтому для вас будет идеальный вариант, конечно же, омега-3. По поводу омег-3, тонкости, нюансы подбора я снимал уже ранее ролик, он в подсказочках светится, собственно, посмотрите этот ролик и вам, скажем так, не составит труда выбрать правильную омегу 3 для вас. Поэтому, чтобы сделать правильный выбор, отталкиваемся сугубо от своего рациона. Также хотелось бы обратиться к вам, ребята, которые смотрят ролики. Если у вас есть вопросы какие-то, задавайте в комментариях под этим роликом, потому что ребята, которые задают, скажем так, они двигают этот, собственно, канал, потому что вы задаете вопрос, если этот вопрос часто задавался, снимается ролик. Это, скажем так, идея для следующего видео. Идеи, скажем так, для роликов зачастую не просто придумываются или же, скажем так, с какими-то коммерческими целями используются, а именно вот ваши потребности. То есть если у вас есть, скажем так, часто задаваемый вопрос, я его вижу, что он задается, чтобы на один вопрос, допустим, который часто задавался, ответить, скажем так, раскрыто и показать, рассказать, снимается данный ролик, допустим. Поэтому, если вас что-то интересует, пишем в комментариях под этим роликом, и, собственно, возможно, будет сниматься ролик по вашему комментарию, и я вам буду благодарен за это. Всем спасибо за просмотр, подписываемся на канал, кто не подписан, до свидания.